Причому це питання приймається? Справа в тому, що ми вже не вписуємося в регламент. Тому я сказала, якщо є питання, будь ласка, в письмовому вигляді доповідачам, і в кінці вони зможуть відповісти. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, этот доклад посвящен неалкогольной жировой болезни печени, которая на сегодняшний день является очень актуальной проблемой. Частично какие-то аспекты того, о чем я буду говорить, уже затрагивались сегодня, затрагивались предыдущим докладчиком. Вот, ну и я буду делать, наверное, такие маленькие мостики. Вот, однако для начала определение понятий и о чем мы будем говорить. Неалкогольная жировая болезнь печени – это полиэтиологическое диффузное заболевание, связанное с дисметаболическими расстройствами продолжительностью более 6 месяцев, которые включают в себя жировую дистрофию гепатоцитов с соответствующей гистиолимфоцитарной инфильтрацией и дальнейшими изменениями синусоидов с последующим фиброзом и при сохранении, пока речь идет не о циррозе, дольковой структуры органа или архитектонике, как мы говорим, органа. И таким образом, на самом деле, пока мы говорим о сохранении дольки, это еще неалкогольный стеатоз, стеатогепатит, если речь идет об утрате этой структуры, то речь уже идет о циррозе. И на самом деле неалкогольная жировая болезнь печени, она и включает весь этот спектр всех возможных изменений со стороны печени, от накопления жира в гепатоцитах с формированием стеатоза, с последующим воспалением, формированием стеатогепатита и далее фиброз со сходом цирроза. И еще раз хочу напомнить, что в норме жиры и липиды в печени должны составлять не более 1,5% массы, а жировой уже считается печень, которая содержит более 5% жира, который представлен в большей мере за счет триглицеридов. На самом деле не проблема это и вообще сам диагноз неалкогольной жировой болезни печени относительно не стар, относительно молод, можно даже сказать. И выделять это заболевание начали вот только в XIX веке. В 1884 году впервые были описаны случаи изменения печени у больных сахарным диабетом, по-нашему, а тогда еще сахарной болезнью. Далее исследования Талера предложили подразделять жировую печень и жировые изменения печени на алкогольные и неалкогольные, поскольку всегда, конечно же, исторически наблюдались поражения, связанные с употреблением алкоголя. И дальше понятие неалкогольный стеатогепатит. Неалкогольный стеатогепатит появилось вот это 1980-е годы, исследования Людвиг, который, изучая изменения печени у больных с сахарным диабетом первого типа, установил характерные морфологические изменения у лиц при отсутствии в анамнезе употребления алкоголя. И вот 2003 год, первый Всемирный конгресс по инсулинорезистентности в Лос-Анджелесе. Впервые во время его работы был сформулирован постулат о неразрывной связи неалкогольной жировой болезни печени с ожирением, сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией и липидемией. Дислипидемией, что, собственно, и составляет уже известный на сегодняшний день метаболический синдром. И сам по себе является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Еще раз подчеркиваю, что неалкогольная жировая болезнь печени, она представлена всеми возможными морфологическими и клиническими изменениями, связанными с патологией печени. Это стеатоз, гепатит, далее гепатит, это воспаление, где есть хроническое воспаление, универсальной реакцией, универсальным следствием является фиброз, и формируется неалкогольный стеатофиброз, и далее цирроз. Эпидемиология. К сожалению, печально, потому что жировых поражений печени очень много, вот это 20-35% взрослого населения. При этом женщины страдают жировой болезнью чаще,
и выявляется она у женщин старше 40 лет. Обратите внимание, цифра огромная, 75%. Вот. А по данным вот этого исследования, ТЭНС, распространенность жировой дистрофии печени, составляла 16,9 у лиц нормальной массы тела и уже 76% у лиц с ожирением. Вот данные, они не сегодняшние, однако относительно тенденций, имеющихся в Украине. За последние 5 лет заболеваемость росла и растет, но вот вдвое практически она увеличилась. С чем это связано? Это связано, если говорить вообще о жировой болезни печени, то на первом месте все-таки стоят злоупотребление алкоголем. Если говорить отдельно о неалкогольном, то здесь и нездоровое питание, и вот, например, нарушение кишечного расстройства, кишечной микрофлоры, дисбиоз на сегодняшний день рассматривается как очень важный фактор риска и неразрывно связан с развитием неалкогольной жировой болезни печени. Плохая экология, ну понятно, что, к сожалению, это и вода, которую употребляет современный человек, неконтролируемое самолечение, включая полипрагмазию, множественное назначение лекарственных препаратов. Далее очень важные сопутствующие заболевания и факторы риска. Это сахарный диабет, высокий или повышенный индекс массы тела и гиперлипидемия. Ну а собственно вот эта вот картинка, она демонстрирует этапы естественного течения неалкогольной жировой болезни печени, нормальной здоровой печени, через стеатоз, который может подвергаться обратному развитию, через неалкогольный статогепатит, который на самом деле может развиться не у всех, вот, а вот 12-40%, далее цирроз печени и даже гепатоцеллюлярного карцинома. Поэтому отношение к неалкогольной жировой болезни печени на сегодняшний день у гастроэнтерологии очень серьезно. Ну и вот этиологическая структура жировой дистрофии, так или иначе, на первом месте, я уже говорила, все-таки стоят алкогольные поражения. Ну а если говорить о неалкогольной, 13% составляет ожирение, далее сахарный диабет, неотъемлемые спутники, идущие рука об руку, далее прием медикаментов и другие факторы составляют всего лишь 2%. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет, к сожалению, да, связи очень выраженные, с учетом особенно увеличения количества случаев больных сахарным диабетом, которые неуклонно возрастают. Ну вот, относительно этой статистики, 95% больных сахарным диабетом так или иначе имеют хронические заболевания печени, далеко не всегда отражающиеся в традиционных рутинных лабораторных методах, в частности, в повышении трансаминаза, ЛДСТ. Частота неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете в сочетании с ожирением достигает 100%, что это означает, что все больные все-таки имеют, к сожалению, и одно, и другое заболевание. И цирроз печени занимает 4-е место среди причин летальных исходов при сахарном диабете, поэтому эта группа лиц, конечно же, также требует к себе особо бережного и внимательного подхода. Инсулинорезистентность, возникающая при сахарном диабете второго типа, также является важным патогенетическим фактором формирования неалкогольной жировой болезни печени и приводящей в исходе, к сожалению, к гепатоцеллюлярной карциноме. Вот здесь показаны эти этапы. Ну и вот еще раз напоминание о том метаболическом синдроме, в котором неалкогольная жировая болезнь печени является одной из его манифестаций. Относительно возникновения неалкогольной жировой болезни печени существует так называемая теория двух ударов. Что это за удары? Во время первого, скажем так, удара печень подвергается каким-то патологическим воздействиям, в результате нарушается липидный обмен, жиры активно начинают поступать в печень, жирные кислоты, и накапливаться в гепатоцитах, что морфологически уже обнаруживается в виде жировой дистрофии гепатоцитов или стеатоза. Если никаких мер вот на этом этапе не предпринять, а это меры, на самом деле, которые достаточно простые, мы будем говорить, они стоят на первом месте в лечении, это модификация образа жизни, снижение массы тела,
то дальше процесс идет неуклонно себе далее, печень начинает повреждаться паренхима продуктами перекисного окисления липидов, и морфологически уже начинается стеатогепатит, цитолиз и в общем-то, все характерные для гепатита проявления. При продолжении воздействия повреждающих факторов присоединяется активация фиброгенез, который так или иначе исходом своим имеет цирроз печени. Ну и вот опять же этапы первого удара до стеатоза и второго удара, связанного с механизмом формирования активного воспаления и с исходом фиброз, представлены на этих слайдах. И вот морфологические фотографии всех этих стадий неалкогольной жировой болезни печени и, собственно, ее естественного течения от стеатоза, стеатогепатит с нормальной дольковой структурой, нарушением ее, цирроз перехода в гепатоцеллюлярную карциному. Поэтому в диагностике заболевания, ну, на первом месте, конечно же, стоит, собственно, выявление жировой болезни печени. И далее определение, с каким из этапов вот этих вот стадий заболевания, назовем их, работаем, и для того, чтобы дальше понимать, как лечить больных. Относительно диагностики и лабораторной диагностики, конечно же, мы работаем, в первую очередь, семейные врачи с такими рутинными методами биохимических анализов, это определение активности трансаминаз. Трансаминазы не очень сильно повышены при неалкогольно-жировой болезни печени, ну, то есть речь идет о стеатогепатите. Да, при стеатозе печеночные пробы не изменены. Вот если речь идет о гепатите, то здесь характерно, что АЛТ более чем превышает активность АСТ, в отличие от алкогольных, вот, ну, в большинстве случаев. Далее, повышение в крови концентрации триглицеридов и или холестерина и ферритин, что тоже очень важно. А далее, следующие из простых как бы, методов исследования, которые имеются в арсенале любого врача, на первом месте стоит ультразвуковая диагностика. Вот, метод неинвазивный, но, к сожалению, далеко не всегда позволяет, нужно хорошие навыки, опыт врача ультразвуковой диагностики, для того, чтобы выявить заболевание уже в фазе стеатоза. Вот, тест достаточно неспецифичный. Самым, конечно же, золотым стандартом диагностики морфологических изменений печени является биопсия. Наиболее точный метод, который, к сожалению, выполняется далеко не всех даже специализированных центрах вследствие сложности выполнения, инвазивности, осложнений и так далее. Вот. А вот другие методы современной визуализации, вот они повышают вероятность и повышают специфичность, чувствительность выявления, вот норма при компьютерной томографии, изменения печени, которая выявляется при неалкогольном стеатогепатите у пациента. МРТ значительно более чувствительна при выявлении стеатоза и относительно новый для нас метод, метод перспективный, прогрессивный, это эластография, которая позволяет не только верифицировать сами изменения, как очаговые, так и диффузные, что важно для стеатогепатита, стеатоза, поскольку они тоже могут быть либо очаговыми или диффузными, но также и диагностировать степень выраженности фиброза. Относительно лечения. В лечении главной целью нашего задачей лечения является профилактика прогрессирования. Вот остановить это естественное течение на том из этапов, где мы можем это сделать. Для профилактики уже возникновения цирроза и, собственно, печеночно-клеточной недостаточности. И в первой линии стратегии лечения, я уже говорила, я здесь повторюсь, стоит это модификационное мероприятие. Это то, что, с чего должен начинать вот говорила предшествующая докладчица, да, вот любого пациента назначу, порекомендую кисломолочные продукты или пробиотики, потому что да, это со всех сторон хорошо. Вот для этих пациентов на первом месте стоит этот тот кит, на котором строится все лечение. Если эта линия не будет выполняться, никакие медикаменты, самые дорогостоящие, самые золотые, они не будут эффективны. Значит, это коррекция массы тела и физические, регулярные физические нагрузки. На это, конечно же, накладывается уже медикаментозное лечение, это вторая линия, это лечение инсулинорезистентности, гипохолестеринемические препараты и гепатотропные препараты.
Ну и есть третья линия лечения, это уже лечение тяжелых состояний, это, собственно, морбидного ожирения, бариатрическая хирургия и трансплантация печени в случае, например, формирования цирроза. И так или иначе, гепатотропные препараты, поскольку речь идет о заболеваниях печени, очень важны. Это большая группа, то есть вот гепатопротекторы, пожалуй, это такое название, это термин, который употребляется больше в литературе и в культуре постсоветской. В основном это за рубежом это гепатотропные препараты. Это достаточно большая группа препаратов. Какая их цель и миссия? Повышать устойчивость печени к патологическим воздействиям, усиливать ее обезвреживающую функцию путем активации различных ферментных систем, восстанавливать ее функцию при различных повреждениях, тем самым, опять же, осуществляя профилактику прогрессии. А, в общем-то, группа достаточно неоднородна, но вы знаете, что это и растительные препараты, препараты эссенциальных фосфолипидов, препараты незаменимых аминокислот и так далее. Сами по себе эссенциальные фосфолипиды уже давно нашли свое заслуженное место и, ну, наверное, лет 50-60 но активно назначаются при различных заболеваниях печени. Вот мы сейчас поговорим о том, как эссенциальные фосфолипиды, какую они имеют эффективность и какую доказанную эффективность при жировой болезни печени. Эссенциальными они называются постольку, или незаменимые они же, поскольку молекулы фосфатидилхолина, входящие в состав, содержат незаменимые, преимущественно полиненасыщенные жирные кислоты, которые организмом не синтезируются. Они являются основным элементом мембран, клеток и органелл, митохондрий, и в частности, и что очень важно, мембран гепатоцитов. И сами по себе вводимые извне эссенциальные фосфолипиды, они еще и способны улучшать поступление к усвоению фосфолипидов. Ну вот эта схема, она демонстрирует структуру мембраны. Да, вот здесь находится, здесь куда встраиваются эссенциальные фосфолипиды. Вот на этом слайде, пожалуй, несколько лучше схематически изображена. Гепатоцит, мембрана, и вот, эссенциальные фосфолипиды, которые могут либо встраиваться в дефектные участки и осуществляя таким образом цитопротекцию, восполняя этот дефицит утраченных фосфолипидов, и являться проводником, да, проводниками самих фосфолипидов, которые становятся реакциями, субстратом для реакции перекисного окисления липидов, осуществляя профилактику дальнейших воспалительных процессов. Ну и благодаря такой высокой аффинности, вот, активности по отношению к мембранам, не только клеточным, но и органелл, вот профессор Гундерман, он очень известен в Европе своими исследованиями, огромным количеством связанных с эссенциальными фосфолипидами, он их назвал так называемой мембранной терапией. И возвращаясь к неалкогольной жировой болезни печени, действительно существует достаточно много исследований, в которых они показали свою эффективность. Интересно, что все эти исследования, они проводились на старом добром препарате эссенциале, который известен нашим врачам еще со времен Советского Союза. Ну вот, например, 4500 пациентов-участников клинических исследований, в которых были доказаны и получены доказательства эффективности и безопасности, что очень немаловажно при жировой фильтрации печени. Далее, исследования с участием 372 пациентов показали эффективность эссенциале статистически значимая по отношению к снижению активности трансаминаз и индекса фиброза, что, опять же, очень важно в оценке активности гепатита. Следующее исследование, здесь уже исследовалась комбинация
я, неалкогольный стеатогепатит, сахарный диабет второго типа. Исследование было двойное, с любой плацебо-контролированное. И сравнивалась эффективность эссенциальных фосфолипидов или плацебо. Продолжительность курса составила 8 недель. И опять же, нормализация активности АСТ, АЛТ, уровни холестерина, билирубина и улучшение маркера холестаза. Хотя на самом деле холестаз не очень характерен для жировой болезни печени. Также сами по себе эссенциальные фосфолипиды очень важны в патогенетическом лечении больных с сахарным диабетом второго типа, не только по отношению к самим гепатоцитам, да, к жировой болезни печени, но и соответственно, за счет стабилизации восстановления мембран гепатоцитов, но и за счет нормализации метаболического потенциала, повышения чувствительности или восстановления чувствительности рецепторов к инсулину, улучшение метаболизма липидов и так далее, и так далее. Ну вот далее исследования будут представлены относительно эффективности эссенциальных фосфолипидов при сахарном диабете второго типа. Терапия длительная здесь, ну, относительно длительная, 6 месяцев. И здесь исследовались не только и не столько уже показатели печеночной функции, сколько показатели общеклинические, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Посмотрите, систолическое артериальное давление, диастолическое, выраженная динамика, тощиковая глюкоза, гликозилированные гемоглобины и так далее. Но здесь следует быть честными и упомянуть, обязательно обратить ваше внимание, что это исследование, конечно же, было не только с одним только эссенциалем, но и обязательной соответствующей гиполипидемической диетой, которая позволила получить такие хорошие результаты. Поэтому вот еще раз обращаюсь к модификации образа жизни. Это тот гид, это тот столб, без которого лечение неалкогольной жировой болезни печени оно практически невозможно. И вот это уже резюмируя. Те исследования, огромное количество, которые существуют, вот впечатляющие цифры пациентов и нозологии печеночной, при котором эссенциали доказали свою эффективность. И еще раз хочу подчеркнуть, что здесь не только используется такая мембрана, стабилизирующая функция эссенциали и антиоксидантная, но также и восстановление метаболических процессов, гипогликемическое, липидкорректирующее и противовоспалительное. На самом деле наука не стоит на месте, разрабатываются новые препараты, сейчас есть новые, очень интересные перспективы, о которых, наверное, мы будем уже докладывать в следующем году и в следующие годы. И вот опять же важно, что пробиотики вот и здесь они тоже находят свое очень важное место. Ну и в заключение еще раз хочу обратить ваше внимание, что неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание частое, и в лечебных стратегиях обязательно следует подходить каждому пациенту комплексно, начиная с, конечно же, коррекции метаболических расстройств, модификации образа жизни и подбора тех препаратов, которые показаны в каждом конкретном случае. Благодарю за внимание.